Всем привет, друзья, с вами Доминиров, и сегодня я расскажу, как растянуть экран в Standoff 2 на компьютере, чтобы у вас было разрешение 4:3. А перед началом просмотра прошу поставить лайк, подписаться на канал и обязательно досмотреть видеоролик от начала и до конца, потому что между подписчиками я решил разыграть 10 Gold пассов, поэтому участвуй, пиши в комментариях, почему именно ты должен выиграть, смотри ролик от начала до конца и обязательно ставь лайк, это все, что я прошу сделать. Ну и вообще, если хочешь узнать там, кто победил, подпишись на Telegram, ссылочка есть в описании. Короче, начнем с небольшой предыстории. Я очень много потратил времени на CSGO, когда-то CS 1.6, CS Source, ну вообще многие популярные шутеры основные, да, вот которые были. Там была мета именно растянутое разрешение 4:3, вот. Я видел, что стандарт такой же историей увлекаются, но я подумал, что это прям архи преимущество. Короче, слишком я и так как бы с компьютера играю в телефонный шутер, ну типа зачем мне еще и растягивать себе экран, лучше буду показывать красивую картинку. Ну короче, с последних игр, которые бегал, мы играем постоянно тоже против компьютеров, против эмуляторов, которые играют с растягом. Да, с ними можно играть, то есть вот у нас по истории матча хороший винстрик идет, вот последнюю игру только у нас залили, но там чувак с радаром бегал или со стримом, непонятно. Очень хороший инстрик идет, в целом играбельно, но я подумал, блин, я хочу себе более стабильный FPS, хочу посмотреть, что я дам, если растяну эту картинку. Короче, давайте сначала покажу, как это все дело растянуть. Опять же, друзья, еще раз прошу, поставь лайк, это для меня чертовски важно, не забудь подписаться. Так, сначала мы ставим это расширение в эмуляторе. То есть заходим в настройки, это BlueStacks 4, ребят, пока что способ преимущественно для видеокарт NVIDIA. У кого AMD, напишите в комментариях, запишем отдельный ролик, но на самом деле там не так все сложно. Короче, изначально у вас пишет здесь горизонтальный режим, нажимаем сюда, нажимаем другое и добавляем расширение. Ставим здесь 1280 на 1024, многие разные варианты предлагают, допустим, вот 1920 на 1440, это более повышенное качество, но я пользуюсь именно вот таким, потому что оно комфортно и напоминает мне CS-ское разрешение. Короче, перезапускаем. Пока у нас перезапускается стендов, мы заходим с вами в панель управления NVIDIA. Короче, что здесь нужно сделать? Здесь в изменение разрешения мы заходим в настройку, создать пользовательское разрешение, выбираете пиксели, строки по вертикали, какие вам нужны. То есть у меня уже по дефолту есть разрешение 1280 на 1024. Я его выбираю. Обязательно, ребят, проверяем частоту герц. Все, мы нажимаем применить, и у нас применяется уже 4:3. Дальше что, заходим в стендов. Да и по сути дела, все, у нас все как бы уже расширилось, все хорошо, все прекрасно. А, еще одну важную вещь забыл, ребят. У вас могут быть черные полоски, у вас может быть не растяг. Как сделать так, чтобы черных полосок не было? Опять же, способ для NVIDIA. Здесь в этой же панели управления мы выставили разрешение, которое нам нужно. Дальше заходим в регулировку размера и положения рабочего стола. Все, переходим. Здесь у вас формат изображения, то есть оно будет квадратным. Нам нужен именно растяг. То есть здесь переключаем во весь экран, нажимаем применить. Все. У вас картинка будет растянута. Тем самым все будет ок, вы избавитесь от черных полосок и будете приятно играть. У меня есть отдельная настройка игрового управления под растяг. Если вам очень хочется, чтобы я вам ее закинул, ребят, давайте наберем 1000 лайков, и я вам ее скину. Так, вообще у меня Smart 2 это на 16:9, растяг, ну, на растяг, логично. Единственная разница в том, что здесь сместится игровое управление. Здесь нужна сенса ниже, то есть у вас джойстик будет в другом месте стоять. Ну, короче, настройка, именно кастомизация будет другая. Другая чувствительность прицелом, другая обычная чувствительность. Ускорение надо по-другому ставить. Настроить игру иначе. Сейчас я вам покажу, как это работает на деле. Сейчас зайдем в какую-нибудь игру, чтобы вы посмотрели, насколько прикольнее смотрится, ну, 4:3.